В этот понедельник фьючерсы рынка ценных бумаг США указывают на очередное пониженное открытие торгов, так как европейские акции и валюты продолжают падать после решения Великобритании о выходе из ЕС. Доллар все так же играет на повышение, курс евро и доллара на 0,36% ниже и составляет 1,104 пункта. Пара доллара и японской иены снизилась на 0,1%, текущее значение 101,6925 пунктов. Аналитики продолжают следить за парой фунта стерлингов и доллара США. Соотношение валют остается под давлением до тех пор, пока линия сопротивления на уровне 1,3605 пунктов не будет преодолена, остается высокая вероятность дальнейшего падения курса до отметки 1,32 пункта. Краткосрочные позиции сегодня будут ниже линии сопротивления со значениями 1,32 пункта и 1,3 пункта. На рынке драгоценных металлов господствуют позитивные тенденции. Стоимость золота выше на 0,76%. Тройская унция металла стоит 1332 доллара 50 центов. Линия поддержки серебра сформировалась на уровне 17 долларов 43 центов. Это должно ограничить потенциал снижения стоимости. Долгосрочные позиции сегодня будут выше линии сопротивления и иметь значение 18 долларов 32 цента и 18 долларов 45 центов. С вами была Евгения Мангуби, специально для Trading Central Web TV.